Китайская компания Karma Automotive, ставшая преемницей американской обанкротившейся компании Fisker Automotive, представила первую возрожденную модель Karma Revere. Спортивный седан оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из двухлитровых двигателей мощностью 260 лошадиных сил и электромотора. До 100 км в час Karma Revere разгоняется за 5,4 секунды. В режиме электрокара машина способна пробежать 80 км, а электроэнергию аккумуляторы могут получить как от городской розетки, так и от солнечных батарей, расположенных на крыше автомобиля. Производить машину будут как в Калифорнии, так и в Китае, где компания Karma Automotive собирается построить завод стоимостью $375 миллионов. Производственная мощность завода составит 50 000 машин в год.